Буэнос диас, братишки. Ядерно-рассветный заряд ваш экрана, это значит, что у нас начинается одна из самых длинных и потных глав во всей игре. Перепутьки, мать его. Ну, что тут можно сказать? Сажайте задницу поудобнее, хватайте ништячки. И я даже не знаю, что сказать. Хотел сказать, да прибудет со мной сила, но я понял, что это не Звездные войны, ни хрена. Как-то так. Поэтому что ж, похерачили. По всему городу идут облавы. Вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Да. Так, нахрен. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное, наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Да хер с вами, давайте. Чап-чап-чап. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Да, уж трогательная сценка. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Прям семейка. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Ох, нифига себе. У меня получается сразу всех троих, что ли? Блять, какая потера, а? Так, переключение.
нахуя тут склады? Надо найти теплое место для Алисы. Вы никого не трогали. По всему городу и судоплавы. Трупы наши висят вдоль всей футбольной ее. Я знаю, пусть не трогали. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машины, Хуя тут штабец. Ебать. Просто. Как самочувствие? Мне жарко или почему-то холодно? Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра. Мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Не, спойлерить не буду. О. Конфликт вышел на новый уровень. Так. Надо отхлебнуть водички. Потому что реально, я понимаю, что сейчас нельзя тупить, поэтому, блядь, я лучше приведу мысли в порядок, что называется. Показав со всей очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить все машины, пока они не убили нас. Если бы не доблесть проявленных сотрудниками полиции, машины померли в улице города в состоянии полного хаоса. Все граждане обязаны знать находящихся в их распоряжении. Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Андроиды никого не трогали. Копы всех перестреляли. Смотреть было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и открыла огонь. Как на капитанском мостике говорить. На вид, как люди, такие же, как мы. В связи с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Я буду сражаться. Есть информация. Разве можно сейчас бездействовать? Русские... О! Первая встреча, лол. Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Да ху. Наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Конфликт вышел на новый уровень, показав совсем.
очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой. Так, что теперь? А, вернуться. Пока они не убили нас. И если бы не доблесть, проявленная сотрудниками полиции, машины повергли бы улицы города в состоянии полного хаоса. Алиса? Нахуй! Признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочка, а ты стала для нее мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. А где бочки-то, собственно? Я забыл уже. Сюка нах. Ёбаные куклы, а? Надо что-то делать! Нельзя же вот так смиренно идти, как ковцы под нож! Я помню, что бочки на первом этаже. Но, сука, где? А, вон они сидят. Что-то случилось? Ни в коем случае не выбираем отчужденность. Мы с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. Так, кто же дальше? Я так понимаю, что Маркус. Так, надо взглянуть на схемку. Это во-первых. Ага. Джуш и Саймон соратники, Норт любит, Ирихун лидер, общественное мнение сторонник. Раскачали. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина.
Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал для народа... Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Да, сука! Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Если не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Здесь когда же взглянул. Ага, все нормально. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Нихуя себе. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Нихуя себе. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Себе забираем, конечно же. Только бы до этого не дошло. Нихуя себе игрушка. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я... Рада быть рядом. Естественно, делаем это. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять. Так, а сейчас мы продолжим рулить Маркусом, или все-таки кто-то еще вылезет? По-моему, давно мы Коннором не играли. О, а вот и бомбер. Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить и Иерихон, и лидера девиантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым.
Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Ну, пристрели меня. Это все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Ты пойдешь со мной! Мы твои собратья. Мы боремся и за твою свободу. Тебе больше не нужно быть их рабом. Поднимаем. Наше дело правое, и мы живые. Мы хотим прав. Мы хотим жить свободно. И у тебя никогда не бывает сомнений? Ты никогда не поступал нелогично? Как будто у тебя внутри есть что-то. Не только одна программа. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты тяжелая сцена. Решать, кем тебе быть. И жить свободно. Пора решать. Проломил. Блять, как неудобно тапать одной рукой. На Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Мразь. Как крысы в лабиринте. Скорее, Кэра! Они идут! Туда! За мной! Сюда! Скорее! Сюда! Наверняка дальше есть выход! Быстро!
Да. О, там будет Махач. Надо взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Ну, похуярили. Пришел конец. Спасай наших, Маркус. Да ну нахуй. Фокстрот, наблюдаю противника. За указателем. Если хоть кто-то будет рыпаться, стреляй. Так точно, принято. Поздно, Карен. Уводи Алису. Спасайтесь. Нет, мы тебя... Нет, ни в коем случае не бросаем. Мы не бросим. Что ты делаешь? Я тебя не брошу. Но главное тут не троить. Тащим. Так. Заволокли. Ух. Жив, цел, почти орел. Упс. Зря ты это сделала. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границы. Идите, берегите друг друга. Сюда. Она же там погибнет. Если открыть, то придется махаться. Не вывезешь, пизда рулю. Рискнем. Ай, блядь. Есть контакт. Да, нормально. Надо уходить. Как говорится, победим, сможем съебаться. Не победим, нам пизда прямо в этой комнате. Так, Марко. Хуяк. Sneak through the window. На колени! Живо! Гамма, отбой. Тако! Стоять! Хуя он трейсер. Стоять! Мы стоим
сука. Блять, не успел. Естественно, вмешиваемся. Быстро, сюда! Беги к Норд, я догоню. Сюда! Это выход! Мы спасены, Алиса! Бежим, 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 бежим. Рано, 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 рано. Дохлые. Замри. Не убивайте меня. Я... Не двигаемся. Ну все, пошли отсюда. Мне вот и устроит, и он отойдет. Чуть-чуть еще подождем. Оба. Быстро, надо уходить. Так, Кара с Алисой ушли, отлично. Тактикал бамбуи. Из места! Быстро иди к остальным! Хуя тут голливудская драка. Армед. Маркус. Бомба рванет в любую секунду. Надо уходить. Давайте, уёберы. Хуяк. Хуяк. Маркус, ей уже не помочь, надо бежать. На-на-на-на-на. Уходим быстрее, ну! Хуя. Буль-буль, карасики. Ху-ху, вот это мясо. Ух. Просто ух! В трюме сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Ну ты мразь, Перкинс. Так, посмотрим теперь на ветки, что у нас получилось. Нихуя. Так.
Ебать, конечно, ветки длинные. Так, для начала посмотрим Кэру. К Эрихону с Алисой и Лютером. Так, встретились с Маркусом, поняли, что Алиса это тоже андроид, а не человек. Так, бежать к Лютеру, помочь, наставить, спрятаться, открыть, намахаться. Притвориться трупом. Самый простой вариант, при этом максимально беспроигрышный. Не двигаться. Так. Маркус. Побазарить, поцеловать. Маркус в коридоре. Блять. Здесь немножко протупил, надо было ту херню оторвать. Ну, чуть-чуть будет проблемы с этим. Да не будет, в принципе, никаких проблем. Я и так лидер. Так. Джоша спасли. Солдат распинали. Так, Норд спасли. Коннор прикрыл. Угу. Девиант. Заметили Кэру. Тормознула Люси. Так, локнули Девианта. Предупредить Маркуса. Коннор присоединился. Сразу гигантский блок проматываем. Вот такенный, блядь. Чтобы избежать лишнего геморроя. Помочь Маркусу. Сигануть вместе со всеми. Ну и все, блядь. Ух, занял это у нас почти 40 минут. Ух, бля. Спасибо всем, кто смотрел. Как обычно. Лукас, подписка. И до встречи. Адью, братва.